Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержаны ранее судимые двоюродные братья, жители Рязанской области, подозреваемые в серии краж. Злоумышленники пришли в квартиры двух пожилых людей, расположенные в городе Видное и поселке Развилка, под видом работников газовой службы. Различными способами они отвлекали внимание пенсионеров. Усыпив бдительность граждан, один из соучастников искал в квартирах денежные средства. Пока он там писал, пока меня носом тыкал в плиту, он там орудовал. Понятно. И все, и потом они ушли. Похитив обнаруженные сбережения, мужчины скрывались с места преступления. Общая сумма причиненного ущерба превышает 4 миллиона рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Следственным управлением УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. За что вы задержаны сотрудниками полиции? Я не знаю. А что вам сотрудники полиции говорят? Я сам не понял. Вы ранее судимы? Нет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.